Всем привет, друзья! Вы на канале Fact Touch. Сегодня в выпуске речь пойдет о 8 знаменитостях, у которых есть двойники из прошлого, ну или как минимум есть явные сходства. Существует теория, согласно которой у каждого из нас есть как минимум 7 двойников, разбросанных по всему свету. Так, например, в ТикТок можно встретить кучу парней и девушек, которые похожи на популярных актеров. Некоторые из них пользуются своим положением и снимают видео, используя образы своих двойников, а другие просто не обращают внимания на сходство. Вот пару примеров, которые можно встретить в ТикТоке. Татьяна Дука и Анджелина Джоли. Альберт Масуатов и Киану Ривз. Екатерина Щербина и Нина Добрев. Не идеальное, конечно, сходство, но что-то есть. А что если своего близнеца можно найти не только в настоящем, но и в прошлом? Эти знаменитости сильно удивились бы, если встретили людей с фотографией, которые вы увидите через пару секунд, ведь они очень похожи. Местами их сходство даже пугает. Кажется, что звезды либо знают секрет бессмертия, либо изобрели машину времени. Китайцев, японцев, корейцев и так далее мы, конечно же, в счет брать не будем. Итак, погнали! Киану Ривз и актер Поль Мане. Джонни Депп и прадедушка пользователя Reddit. Орландо Блум и художник Николая Григореску. Джастин Тимберлейк и просто неизвестный какой-то мужчина. Бенедикт Камбербэтч и невеста из 1920 года. Брюс Уиллис и генерал Дуглас МакАртур. Сильвестр Сталлоне и папа Григорий IX. Актер Николас Кейдж и какой-то мужик из Теннесси. Такой вот выпуск у нас сегодня получился. Что думаете на этот счет? Похожи ли друг на друга представленные в выпуске персонажи, или их сходство все-таки притянуто за уши? Напишите внизу под видео в комментариях, ваше мнение для нас очень важно. Ну а на сегодня пока все. Подпишитесь на канал и бейте в колокол, дабы не пропускать новые видео. С вами был Fact Touch. Всем удачи и не болейте. Пока.